Вітаю, з вами особлива думка. І до нашої студії завітав чоловік, до речі, дуже привабливий чоловік, який не потребує представлення. Його просто називають ангел-охоронець. Це Риженко Сергій Анатолійович, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Здравствуйте, Сергій Анатолійович. Конечно же, первый вопрос, не могу его не задать. Мы все понимаем, что у нас происходит в стране военные действия. Ввиду этого, за последние несколько лет больница имени Мечникова это стало просто образцовым заведением, образцовым учреждением, которое действительно вот не просто помогает, спасает жизнь, вытаскивает с того света. Произошли реформации в оборудовании, произошли реформации в подготовке врачей, их готовности работать, их объеме работы. То есть они работают, отдаются на все 100%. Неужели для того, чтобы произошли такие реформы, такие изменения, необходимы военные действия в стране? К сожалению, более 2500 бойцов прошли через больницу Мечникова, и мы четвертый год работаем как военный госпиталь, помогаем нашим раненым выжить. И сегодняшняя ночь не исключение. Четверо тяжелых бойцов поступило к нам в больницу Мечникова, и наши врачи приезжали на работу, чтобы оказывать им помощь. Они прооперированы, они находятся в отделениях реанимации, и мы делаем все возможное, чтобы их спасти. Но без аппаратуры, без хороших навыков, профессионализма все это бы не удалось. И в первую очередь война простимулировала все эти закрытые места, где приходилось, по сути, с паровоза решать вопрос покупки ангиографов и аппаратов искусственной вентиляции легких и препаратов, которые раньше не всегда были в больнице Мечникова, и спасать наших бойцов. Где-то, конечно, в ущерб населению Днепропетровской области, которая должна лечиться за средства области и получать те же медикаменты, которые получают наши военные. Нам пока все удается. Мы сделали невозможное. 98% бойцов, самых-самых тяжелых, выжило. Мы рассчитываем на поддержку областной власти. А только областные руководители, губернатор, председатель областного совета, мэр города дают серьезные средства для того, чтобы больница Мечникова работала бесперебойно. Мы надеемся на их поддержку. Вот вы вспомнили о жителях Днепропетровской области. В одном из своих интервью вы говорили о том, что ввиду такого чрезвычайного положения, к сожалению, не всегда удается оказывать вот полноценную помощь, которая необходима. Не всегда даже находится кое-какое место. Как вы из этого положения выходите? Да, очень тяжело, потому что на сегодняшний день прошла та старая реформа здравоохранения. Мы скажем честно, многие лечебные учреждения, которые были в районах, в сельской местности, были или разрушены, или полуразрушены. И в настоящее время больнице Мечникова приходится работать с двойной нагрузкой, чтобы закрывать эти вопросы в наших стенах. И поликлиника сегодня наша начинает накапливать очередь с 5 часов утра. Люди приезжают со всех сторон на маршрутках и на электричках, на чем угодно, лишь бы попасть к врачу, который им нужен. Хотелось бы, чтобы мы работали в нормальном режиме, когда нет войны, когда нет аврала, и принимали больных больше в плановом порядке, не в экстренном. Вот этого вопроса нам сегодня очень-очень не хватает. Дай Бог, что так и будет, и в кратчайшие сроки, и что мы будем работать все в нормальном режиме. Вы говорили о селах, о жителях области, которые вынуждены вот добираться, собственно, добираться в районы, добираться в горы, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Сказали о том, что были эти учреждения медицинские полуразрушены, но они все-таки были. В результате медицинской реформы они закрыты. И вот эта бабушка несчастная, она должна действительно добираться в город за помощью. Знаете, за решением наших политиков стоят жизни людей, которые не всегда на это влияют. И я очень буду рад, если все реформы, которые будут проходить дальше, будут в пользу, в первую очередь, пациента. Я уже не говорю за врачей, за медсестер. Мы то звено, которое пользуемся всем тем, что он дает нам государство. И хотелось бы, чтобы вместе с государством мы оказывали помощь достойную людям и жителям, в первую очередь, Днепропетровской области. Не зря наша программа называется «Особлива думка». Вот поэтому и хотелось бы услышать ваше особое мнение относительно упомянутой медицинской реформы.
Потому что то, что изложено на просторах интернета, вот этот вот весь ажиотаж, который собрал этот вопрос, вот непонятно, даже мне, журналисту, в этой ситуации непонятно, занимаясь непосредственно этим вопросом, что собой подразумевает медицинская реформа. Политологи отмечают, что ажиотаж создается тогда властями, когда предполагается, ну, есть такое выражение, пропихнуть не очень удачное решение какой-то властями. Вот, поэтому вот создалось такое мнение политологов. Мне хочется, и я почитал эти все законопроекты, мне хочется, чтобы реформа прошла удачно, и мы чувствовали только хорошие последствия ее проведения. Ну, я в этой реформе, к сожалению, не увидел все, что хотел увидеть, что касается больницы Мечникова. Там не прописан в достаточной мере третий уровень оказания медицинской помощи, которым пользуются многие жители Днепропетровской области, в нашей больнице, именно в больнице Мечникова. Это работа с теми пациентами, которые могут помочь только специалисты высокого класса. Вот именно в перечне бесплатных услуг, которые будут даваться нашим жителям, это не прописано до конца. Надеюсь, что депутаты выровняют эти ошибки. И человеку, если понадобится сложнейшая операция или стентирование, он не должен думать о загранице и не должен думать о том, где найти сотни тысяч для того, чтобы обязательно провели операцию в нашей стране. И есть очень много положительных моментов, которые обозначены. Это все-таки в первую они очередь, есть, да? И, да, в первую очередь это безоплатная помощь нашим воинам АТО, которые возвращаются вот именно с передовой, их реабилитация. Это безоплатный первый и второй уровень. Надеюсь, что будет здравый разум, что реформа пройдет безболезненно, и все жители Украины, в том числе и Днепропетровской области, почувствуют только положительные ее стороны. Я, в свою очередь, именно это и усмотрела, что вот права бойцов АТО действительно защищены, то есть им гарантируется безоплатное медицинское обслуживание. Но я не увидела перечня медицинских услуг на безоплатной основе, которые будут оказаны гражданам нашей страны. Да, да. Я изучал здравоохранение других стран, более развитых, чем Украина. И хочу вам сказать, что они определены примерно по такому же принципу, что скорая помощь обязательно оказывается всем, а уж высококвалифицированная на платной основе. И понимая, что 90% населения Украины живет за определенной гранью, которая может платить за эти услуги, хотелось бы, чтобы дополнение учли наши народные депутаты и внесли поправки, чтобы и на третьем уровне оказания помощи таких крупных больниц, как больница Мечникова, это было безоплатно. Чего желаю всем жителям нашей страны и области. Очень хорошо, что вы вспомнили Запад в рамках медицинской реформы, потому что я прочитала такое замечание в соцсетях о том, что они как раз уходят от практики семейной медицины, от семейных врачей, и, как шутят сами, возвращаются к поликлиникам. Да, должны быть ступеньки. В любом развитии должны быть ступеньки. К сожалению, очень трудно начинать с самых низких ступенек. Мы с них начинаем. Та система, которая была при Союзе, система Семашко, она развалена. Развалена в силу экономических причин, в первую очередь. А нам надо создать ту систему, которая будет позволять нашей стране и нашим гражданам не только выживать и быть здоровыми. Есть хорошие образцы в Израиле, в Соединенных Штатах, где учитываются группы населения. Пока в тех законопроектах я вижу только одно направление, без учета тех подробностей, которые должны быть вот именно в медицине. Последний мой вопрос. Это статья 16, в которой указывается о том, что аптеки и медицинские учреждения аккредитируются то есть это не обязаловка, они аккредитируются по желанию. То есть хочет аптека аккредитироваться или не хочет, то есть они не обязаны это делать. Я точно так же думаю, что нельзя сегодня аптеку провести на, скажем, платежах, которые использовал вчера завод, да, или любая другая торговая точка. Обязательно должны нормы и правила, которые позволят аптеке работать в первую очередь безопасно.
Я так же, как и простой житель нашей страны, и как врач против этого, хочу, чтобы был минимум, который позволит человеку в первую очередь не заболеть и получить ту услугу, которая будет безопасной. И те лекарства, которые ему нужны, не те, которые сделали в подвале. И все эти моменты меня тоже напрягают. Хочу, чтобы мы были цивилизованными. Дякую, Сергій Анатолійович, що завітали до нашої студії і за, взагалі за вашу діяльність, що рятуєте життя кожен день. Дякую всім дніпропетровцям, жителям Дніпра, які допомагають больниці, здають кров, які приходять для того, щоб оказати допомогу раненим. Цим вони спасають людські життя. Дуже благодарен всім. Спасибо вам. Спасибо ще раз, Сергій Анатолійович. Спасибо. А я ще раз нагадую, що в нашій студії був зі своєю особливою думкою Сергій Анатолійович Риженко, головний лікар обласної Дніпропетровської лікарні імені Мечнікова. На все добре.